Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня буду показывать, как выращивать катальпу. Семена были собраны в парке осенью 2021 года. Всю зиму пролежали в холодильнике. В данный момент начало мая. Сейчас я достану порядка 30 семян из пакетика. Вот так вот выглядят семена катальпы. Я их уложил в такую вот посуду с жидкостью. Жидкость у меня слабый раствор фитоспорина с водой. Так мы его оставляем где-то на 3 дня. Пускай наберутся влаги. И потом будем высаживать. Простояли семена катальпы в воде 3 дня. Сейчас мы оттуда извлечем. Выложим на кусок бумаги. Дадим подсохнуть часа 2 или 3. И приступим к посадке. Разложил так семена. Пускай подсохнут маленько. То неудобно будет сажать их. Полежали семена. Подсохли. Сейчас мы их равномерно положим в грунт по поверхности. Семена закапывать не надо. Они чувствительны к солнцу. Семена равномерно разложил по поверхности грунта. Сейчас мы это все слегка присыпаем песком. Семена катальпы слегка присыпали с грунтом и песком. Пролили водой равномерно. Данный ящик устанавливаем на светлый подоконник. Солнечное место, где накрываем прозрачной пленкой и ждем появления сходов. На этом пока все. Продолжение следует. До свидания.